Мы давно к этому очень шли, проводили рейдовые мероприятия, проводили в учебных заведениях. И созрела такая идея с главным управлением, управлением на транспорте по Центральному федеральному округу, привлечь подотчетников, желающих прийти на путь исправления, волонтеров, добровольцев, нарисовать патриотическую картину. Но выбрали объект не случайно, а тот объект, где рисуют граффити. С тем самым убрать вандализм и пресечь несанкционированное граффити. Когда мы пришли, увидели эту стену, что она уже стала ветхая, мы зачистили эту стену, покрасили, чтобы нанести более гармоничную патриотическую картинку. Мы планируем нарисовать танк, надпись с Днем Победы, так как накануне Дня Победы готовится. Еще у нас нарисовать самолет, вечный огонь. Будем стараться, для этого привлекаем молодежь, и у нас получается. Сейчас у нас 4 ребенка, у нас подучетник, который стал на путь исправления, дочь сотрудника, волонтер. И еще один мальчик, он тоже у нас стал на путь исправления. Мы будем очень рады, если к нам присоединятся ребята, которые умеют рисовать, работают с баллончиками, потому что это необычное рисование. Мы будем очень рады. Я приехала из города Саранск. На данный момент я там учусь на юриста. Приехала, дабы поучаствовать в данном мероприятии. Для начала, чтобы реализовать весь этот проект, нужно выровнять, во-первых, стены, потому что краска уже достаточно старая, обугленная, и для этого для начала нужно, как видите, очистить, потом совершать данный проект. Я рисую, так сказать, для себя, я самоучка, не хочу, так сказать, серьезно заниматься данной профессией, да, но поучаствовать я очень хочу.